Всем привет! Меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас на своем канале «Зеленая жизнь». Сегодня настал день X, когда я наконец-то решила разобрать эту посадку. Здесь у меня два фикуса. Я специально поставила с этой стороны, чтобы очень хорошо было видно при бликах, скажем так, лампы, что тут творится. Ну, кто со мной давно, мы вместе с вами делали эту посадку, тут два фикуса. Тут еще один вот такой вот с беленьким, название постоянно его забываю, то вспоминаю, то забываю, но не суть. Здесь еще есть такая арка. Нет, вы сейчас ее не видите, но она тут есть. Есть тут арка такая белая, классная, на которое должно было все это вот так вот красиво расти. И вот что получилось. Вот. Так, сначала я думаю, то есть я когда мимо ходила, такая думаю, так, мне проще просто взять, открыть это и, ну, нарезать свежее. Сделать просто свежую посадку, освободить вот этот вот флорариум. И, в общем, я уже решилась, я тут уже взяла, вот видите, взяла я. А потом мне так стало жалко всю эту посадку. И я думаю, так, Надь, иди ищи, куда ты все это можешь поставить, и чтобы это дальше все росло. То есть, если это в небольшом выглядит вот так, то если это какая-то большая посадка, это будет, наверное, вообще круто. Я придумала, но для этого нам нужно с вами все это дело туда перенести. Итак, давайте попробуем достать. Ох, привет. Привет, привет. Сейчас так вот колочку поставлю. Запахло, пахнет. Пахнет какой-то зеленью, зелень, сырость. В общем, все вместе. Вот там где-то у меня была вот она арка, вот она, видите? Вот она. Мы делали с вами ее тоже из одной опоры, которая вот так вот дугой. Таким вот образом, видите? Так, ну что? Вот это надо обстричь, это точно. Ну, конечно, тут нужно так-то редактировать все это дело было, да, Надь, в свое время. Вот, все равно маленько надо чуть-чуть постричь все-таки. Так. Я одно время отсюда вот этот белый фикус, который, ну, прям беленький-беленький, я его отсюда хотела совсем, чтобы он ушел. Поэтому я его отсюда выстригала. Но он все равно растет. И растет он довольно-таки хорошо. Один второго, конечно, забивает. Но так, вот эти я оставлю. Вот видите, он все равно растет. То есть там маленько остается и все. Кто видел посадку вот этих вот фикусов, вы помните, что у меня там внизу есть подложка. Опять-таки видео, да, о том, как все это тут высаживалось, все это есть. Больше я ничего трогать не буду, потому что я думаю, что она пересыхает в 5 секунд. Я вот поливала на выходных, видите, белая. Лечу за абсолютно белое. И вот здесь у меня вот такая вот подложка. Эта подложка у меня идет из капиллярных матов. Поэтому, по сути, логически, если поразмыслить, то достать всю эту посадку вместе с корнями, ну, не должно быть сложно. Просто Надя должна взять за эту подложку со всеми вот этими корнями и перенести. В новую посадку. Так, сейчас мы это дело с вами попробуем сделать. Да, да, вот видите, вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Так, смотрите. Тут вот все в корнях. Не знаю, видно, не видно.
Видно, не видно? Наверное, не видно. Вот, тут все в корнях. Вот видите, корешки вот такие вот. Вот они. Видите, корешули. Ага. Поэтому и она, кстати, сухая. Сухая. Надо прям проливать. Все, я сейчас беру вот так это дело. И ставлю в новую посадку. Давайте мы сейчас с вами подготовим вообще все для этой посадки. Ну, сегодня у меня вообще не первый раз такой ракурс у меня. Я буду как-то, конечно, контролировать. Все почему? Потому что у нас посадка вот в такую большую колбу. Видите? Большая длинная колба. И нам нужно с вами сейчас ее заполнить грунтом. Грунт будет где-то на расстоянии вот этого. Вот такая высота будет грунта. Вот. Внутри сделаю я свой универсальный, а по краям у меня будет личуза. Да? Да. Ну, по крайней мере, я так хочу. Так, сейчас посмотрим, как у меня это сейчас все получится. Надеюсь, у меня это получится. Еще бы как-нибудь посерединке все это сделать. Вот таким вот образом. Нет, не посерединке, посерединке. Вот так посерединке. Это, знаете, обычная транспортировочная кашпо было. Я его отрезала, разрезала. Видите, вот он. Как следует, бадью взяла. И сейчас будем мы с вами все это дело наполнять. Да, Надь, нелегкая эта работа, вот так, но нам нужно это сделать. Готова для растений. Так, ну вот она, колба здесь. Я так думаю, что надо сначала вытащить. Если бы вы меня сейчас видели со стороны, вы бы, наверное, ухохотались. Потому что я стою на стуле, чтобы сверху вниз добраться сюда. Ладно. Вот он. Вот она наша посадка. Сейчас мы с вами ее сюда попробуем установить. Установить. Ну давай, дорогая. Так. Почти легким движением руки мы берем и устанавливаем вот так вот растение. Я так съемки еще ни разу не проводила. Боже, аж самой смешно.
Итак, итак, сейчас я спрыгну. Спрыгну, посмотрю со стороны. Со стороны у меня здесь получается вот она. Я все-таки хочу сделать вот эту вот опору, по которой она будет идти. Итак, давайте попробуем, как у нас идет с опорой. Ну, а что сделаешь? Что сделаешь? Такое это дело. Мастерить красоту. Да же, ребята? Так. Давайте установим опору. Все, я ее воткнула. Так. Так. Ну, опора, в принципе, тут нормально беленькая смотрится. Теперь нам нужно здесь добавить личузы. Видите? Некрасиво. Сейчас я спрыгну. Так, а личуза-то у меня закончилась. Я сейчас бегаю, ребят, быстренько наберу личузы, и мы с вами продолжим. Так, я опять запрыгнула. Так, теперь можно чуть-чуть вот так вот сместить к этой опоре. Вот таким вот образом. Да? Я думаю, конечно, растение потом само разберется, как ему нужно. И давайте досыпем личузы. Вот так вот раз. И по краю мы заполним вот это все дело. Распределим. Теперь там корни уйдут в грунт. Причем очень быстро уйдут корни. Я даже не переживаю по этому поводу. Когда растение хочет кушать, а кушать они хотят давно, а питания там уже давно нет, срабатывает инстинкт самосохранения, и все будет с ними хорошо. Вот. И начну дальше расти. Знаете, чем больше всего мне нравятся эти растения? Несмотря на то, что там вот они варигатные, там супер-пупер. Так, сейчас я спрыгну обратно. Так, надо посмотреть с этой стороны. Им особо света-то, знаете, не надо так, чтобы прям вот прям, чтобы все в свете было. Ну, там какую-то яркую лампу. Ничего такого им не надо. Так, сейчас еще маленько распределю. Отпрыгну. Ну, вот тебе зарядка на сегодня. Прыг-скок, прыг-скок. Вот так вот. Ну, она стоять у меня будет здесь, на столе. Я как раз все это время думала, что мне тут придумать. Мне очень нравится сама по себе эта идея колбы. Так, теперь мы польем. Теперь мы польем. Вот видите, это у меня личико с чистой теплой водичкой. Потому что там все есть, ничего ей не надо больше. И здесь у меня литр. Ребята, этот литр я хочу сюда и налить. Сейчас я смотрю, как внизу у меня наполняется вода. Она должна подняться очень хорошо. Это посадка для ленивых. Все, достаточно. Вылила я сюда. Ну, прилично я вылила сюда. Так, прилично. А ты видишь? Да, я вижу. Где-то вот так, ребят. Вот, вот постолько здесь. Знаете, как еще нужно сделать? Надо пролить еще маленько вот так вот сверху, чтобы вот этот верхний слой пропитался. Вот так вот. Я прям не боюсь, потому что это водохлебы. Они давно хотят пить. Мне надо, чтобы заработал опять капиллярный мат. Потому что он у меня не работал. Так, я вам показываю? Я вам показываю. Вот, видите? Ей за мне очень нравится. Очень. Вот представляете, все вот это потом сверху. Это все будет заполнено. То есть они уйдут все наверх. И будет замечательно. Так, ну если вы думаете, что на этом все, нет, не все. У нас с вами освободился флорариум. И мы туда с вами сейчас поставим папоротник. Папоротник гониограмма. Так, все, давайте я сейчас тут все освобожу. Нет, но потом, конечно, мы с вами посмотрим на все эти посадки. Потом со стороны я телефон сниму, и мы с вами будем еще все это смотреть. Сейчас я поставлю. И давайте... сейчас еще флорариум помою и будем приступать.
Так, помыла. Помыла. В общем, кто не смотрел видео, когда я делала все остальные флорариумы, можете посмотреть вот это видео и все. Потому что я буду делать в основном одну да по тому же. Но это для тех, кто любит на самом деле пересадочки. Итак, у меня здесь капиллярный мат. Я точно так же беру, вырезаю под ложечку. Вот таким вот образом. Пупырышками вверх. Сверху у нас клееночка. Для чего? Зачем, скажите, Най, зачем? Он впитывает в себя больше воды и потом дольше ее отдает. И это, ну, если, конечно, вот таким образом не разрастаются растения, это на какое-то время очень хорошо, скажем так, экономит мое время. И в поливе, я имею в виду. Да? Буду использовать ту же самую вырезанную, как сказать, формочку для того, чтобы здесь уложить грунт. Потому что по краям у меня также будет личуза, потому что я люблю камушки, мне это очень нравится. Скажите, как папоротник и камушки? Ну и что? Личуза — это универсальный грунт, так что нормально будет. Давайте мы с вами намешаем грунт. А грунт зачем вообще намешивать? Потому что я здесь, ну, понятно, что это мой универсальный грунт, который идет пополам, 50 на 50, кокосовый торф и минералка, это понятно. Но для флорариума и конкретно для вот этого папоротника я хочу добавить корни папоротника, триферн. Я его, кстати, добавляла. Скажем так, это такая супер добавка, которая тоже очень хорошо держит влагу. В общем, папоротнику дадим папоротник. Вот такие вот корни классные. Кстати, классно. Вот 2 литра тогда покупала на ВБшке. И вообще долгоиграющий. Ну, потому что я в основном пользуюсь вот этим вот всем своим, да. Я думаю, вполне достаточно. Даже чересчур. Даже вот вообще прям, ты прям не пожалела. Сюда же. Давайте вот так вот уголек. Прям вот угля. Потому что закрытая, скажем так, система будет постоянно влажно. Вот никогда не помешает. Никогда. Единственное, что корни папоротника довольно-таки плохо размешиваются. Мы с вами его все-таки размешаем. Вот. Можно вообще просто в триферн посадить. Вот просто взять и в него посадить. И все. Так, сюда же я добавлю немножко осмокот. Немножко. На такую посадку. Я папоротники как таковые особо-то и не удобряю. Поэтому вот этот вот осмокот, это, скажем так, будет основное питание на полгода точно. Сейчас у нас что? Май. Июнь. Так, май, июнь, июль, август, сентябрь. До осени. До осени вообще можно забыть про то, чтобы там чем-то подкармливать. Там вообще посмотрим вообще, как вообще что будет дальше с этим совсем делом. Вот видите. Да, все, я считаю, перемешала. Ну, хорошо довольно-таки перемешала. И теперь давайте... В общем, моя задача сделать как-то это методом перевалки. Моя задача вообще не трогать корни у этого папоротника. Ну, давай, Настя. Ты должна это сделать. Должна. Вот образом. Насыпаю. Давайте вот так вот распределим. И сюда уже можно. 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 Вот он, кониограмма, который начал у меня расти только тогда, когда я сверху на него, скажем так, установила вот этот вот колпак. Знаете, что мне нужно? Мне нужен пакетик.
У меня тут лежит использованный стиралка. Минералочку сейчас вытягиваем. И берем пакетик. Так. Ну иди ко мне, дружок. Это у тебя вот, да, вытаскивается. Сейчас как раз желтые вот эти палочки поубираем. Да? Да. Отлично. Сверху у него тут мух. Давай. Вот так. Он, вообще у меня это растение с того года. Наверное, ближе к лету, да, он у меня приходил, ребят. Не помните, когда он мне приходил? Написано кониограмма, а когда что не написано? Я еще показывала, что здесь у меня вот такая вот смешная вот какая-то... Что-то тут вылезло. Не знаю, что. Ну, что-то все растет. Пускай растет. Так. Тут у меня новые вайки. Вот идут. И если он эти вайки не стопорнет, то значит все хорошо. Давайте сейчас я так обратно поставлю. Надь, не бойся, все будет хорошо. Ну давай. Нет, вот так. А вот так вот. Ну давай. И там, наверное, нам мешает наш фитиль. Да? Однозначно нам. Давай. Да что ты понадел этот фитилей, потом маешься. Давай. Ёшки-матрёшки. Так. Грязное это дело, ребят, папоротники пересаживать. Теперь трясущимися руками устанавливаем растение в его новую посадку. Эй, не могу, я пошла руки помою. Ну что, ребят, смотрите. Вот таким вот образом у меня сейчас получился мой папоротник. Вот это все я сейчас заполню грунтом. И вы знаете... Знаете, я не знаю, но что-то ладно, заполняй, Надь, заполняй. Грунт, конечно же, немножко осядет. Я просто смотрю вот эти вот бортики, да, высокие, вот здесь. Сколько я смогу здесь добавить личузы. Личузы. Лучше ее сейчас распределю. Даже. Да. А тут вообще пусто. Надь. Пусто. Знаете, что я думаю? Может, не надо ли что-ли? Может, уже взять вот такую, снять эту посадку
и просто заполнить вот этим самым грунтом. Как думаете? Ну-ка, давайте мне. Кричите. Ну, тут, конечно, у Нади попадаются. Что только не попадается. Даже не знаю, ребят. Я не хочу личузу. Не хочу. Давайте сейчас я сниму. Какая смешная. Прям такая смешнючая. Ну, пускай она так и будет, да? Хотя вот тут, конечно, надо было бы добавить, Надь, прежде чем, блин, ну ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Так, а что мы здесь придумаем? Здесь я по краю сейчас уложу этот грунт. Я его уложу. Ну, понятно, что он немножко сейчас утрамбуется. Так. Легкий, воздушный. Я серьезно не хочу сюда ничего белого добавлять. Вот пускай будет такой вот грунт. Он мне нравится, он красивый, он интересный. Ладно, мы сейчас с вами все посмотрим. Так, найди еще грунт. Вот так. Тушь не наложишь, потому что сейчас сверху уже будет одеваться колпак. Ну, он примнет все то, что нужно. Все равно примнет. Вот тут маленько осталось. Вот так вот. Я думаю, даже как-то маленько открыто, да? А знаете как? Я могу просто корнями от триферна прикрыть. Ну да. Почему нет? Кто мне скажет против? Скажи, на это твой папоротник. Что хочешь, то и делай. Ну, кто там мхом прикрывает? А я прикрыла триферным. Так ведь. И вот тут доложим его. Вот таким вот образом. Интересно, такой он коричневый. Светло-коричневый сейчас. Триферный получился. А в основном. Так. Ну-ка, давайте. Давайте накроем все это дело. Да? Так. Вот. 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 Таким вот образом. И давайте
польем. Также обычная теплая вода. Я наливаю столько, чтобы у меня полностью впитал в себя капиллярный мат. Мне надо, чтобы он весь промок. Вот и до. Вот прям пускай льется и все. Вот у меня на две посадки ушла вся лейка. Да. Прекрасно. Ну, здесь папоротнику есть куда расти. Есть. С учетом того, как он медленно растет, я даже не знаю, насколько этой посадки ему. Ну, в общем, очень надолго. Очень. Вот этот листик прям новенький. Прям так показываю вам. Давайте я сниму телефон со штатива, и мы с вами посмотрим прям поближе. Ну, вот таким образом теперь он будет у меня жить на моем столе. Вот так вот. Такая вот колба. Видите, какая она большая. Вот здесь будет достаточно света. Я уверена, что до света будет достаточно, потому что тут хорошая лампа сбоку. И вот как-то так, ребят. Угу. Мне нравится. Я надеюсь, ему тоже понравится. Пойдемте посмотрим на вторую посадку. Так, ну а вот она, вторая посадка. Вот таким вот образом у меня будет здесь жить этот папоротник. Ну, понятно, что маленький, но он был еще меньше. Вот, смотрите, прострата пепероми у меня здесь отцветет. Видите, какие цветочки у нас. А еще, знаете, тут сверху, видите, вот такая вот лампочка есть у этого флорариума. Сейчас я вам покажу. Как еще? Ну, я люблю делать. Вот прям люблю. Вот так вот. Ну, то есть можно вечером включить. Ну, не совсем на ночь. Ночью тоже растения должны отдыхать. Ну, допустим, вечером, когда работают у меня внизу все мои флорариумы, террариумы с моими питомцами, отсвечивать синеньким. Мне нравится еще смотреть вот и на такую посадку. Эта лампочка, она так и шла, получается, но только она шла на пластмассовой еще такой палочке. Палочку я убрала и просто сверху флорариума одела. Можно не только на этот флорариум, можно взять вот так вот, она спокойно снимается, и сделать на другой, пожалуйста. Тут у меня с фитониями. Видите? Вот такая вот досветка может быть. На вот эти самые колбы. Вот эта вот лампа очень хорошо сверху подходит. Ну вот так вот, ребят. Симпатично же, да? Так, ну сегодня же не о фитониях. Смотрите, как хорошо разрослись. Симпатично. Даже конденсат вот этот вот на стекле смотрится вообще красиво. Красиво. Так что вот так вот. Ладно, сейчас на место сделаем. Все-таки сегодня у нас герой кониограмма. Вот так вот, ребята. Полили, все сделали. Ну, пока мне нравится. Пока мне все нравится. Самое главное только, чтобы он не психанул, а стал дальше расти. Буду наблюдать. После того, как делаешь новый флорариум, единственное, что, знаете, что я забыла? Я забыла добавить туда глиокладин. Но я его добавлю сейчас. Буквально пару таблеточек. Сейчас я это сделаю. Потому что, ну, очень влажно. Поэтому пускай все-таки он там будет. Хотя он действует всего какой-то месяц. Но я думаю, что этого вполне будет достаточно. Сейчас я просто маленько приподниму и туда пару таблеточек прям внутрь их и сделаю. Так что вот, ребята. Вот такое на меня сегодня вдохновение упало. А я благодарю вас за то, что вы меня смотрели. До новых встреч и пока-пока.